Глубинная причина заключается в том, что Армения давно уже взяла курс на Запад. А это устойчивый и последовательный курс. И дело не во встрече, да, которая всего-навсего эпизод в этом движении на Запад. Меняется вся конфигурация Южного Кавказа. Понятно, что России места нет. Если единственный союзник по ДКБ на Южном Кавказе, Армения, по сути дела, отцепилась от российского причала и движется в сторону Запада. Поэтому обсуждать надо не встречу. И вот эта реакция Захаровой, там, Лаврова, кого-то еще на ситуацию, процессы, они просто глупые, я считаю. Какой смысл махать кулаками после драки, если Армения еще с 18 года начала движение на Запад? Нужно было делом заниматься, а не реагировать на всякие эпизодические встречи там или действия Пашиняна или кого-то еще в Армении. Просто это уже становится смешно, вот эта реакция российской стороны на последовательную политику Армении в сторону от Российской Федерации. Вот и недавно я был на одном мероприятии, где выступал представитель Армении. Значит, пророссийский представитель Армении, который четко заявил нашим политикам, вместо того, чтобы всякий раз реагировать нервно и на словах решение армянской стороны, нужно поставить точки над «и». Если Армения движется на Запад, то она должна выйти и уже не быть в ОДКБ, должна выйти из Евразийского экономического союза. Вслед за тем преференции, как члену Евразийского экономического союза Армении, должны быть закрыты. А именно, должен быть закрыт рынок для армянских товаров, российский рынок для армянских товаров. Соответственно, поднята цена на газ, и какие-то еще экономические меры. Это очевидная вещь. А если развод, так развод. Да, у развода есть определенные законы, определенный алгоритм действия. А так получается, что Армения движется на Запад, но Россия продолжает делать все для того, чтобы экономика Армении процветала. И, значит, почему-то думает, что партнер, в данном случае Ереван, вернется назад или развернется обратно к России. Это может быть, конечно, беспокойство за Армению, потому что Россия и Украину тоже в свое время предупреждала перед Майданом, что движение ваше на Запад будет трагичным для Украины как государства, для украинцев как народа. Сейчас по такой же схеме действуют наши дипломаты, предупреждая Армению. Да, но бессмысленно предупреждать, потому что если взят курс на Запад, а народ против этого ничего не имеет, или, по крайней мере, не может ничего сделать, народ Армении, я имею в виду, то есть не поднимает восстание, не может переизбрать действующую власть. Зачем Россия должна агитировать и убеждать армян? Это абсолютно бессмысленно. Я уже сказал, чем Россия должна заниматься. То есть принципиальная политика заключается в том, что если мы дружим, и Армения выполняет обязательства договора о стратегическом взаимодействии, это одна картина. А если Армения не хочет выполнять обязательства в соответствии с этим договором, который она когда-то подписала, и разрывает его, тогда у России должна быть совершенно другая принципиальная политика. И, следовательно, Россия должна четко сказать, что раз Армения идет на Запад, хорошо, значит, выходите из Евразийского экономического союза, и дальше, соответственно, возможно ориентироваться на Азербайджан, который давно хочет вступить в Евразийский экономический союз. Вот это тогда будет принципиальная политика. У Франции всегда есть своя позиция, которую она отстаивает не только в Евросоюзе, но и в отношении к США. Я думаю, что просто-напросто они вот эту свою линию пытаются довести и пытаются заручиться поддержкой, в том числе Соединенных Штатов Америки, потому что все-таки там есть еще со стороны Азербайджана есть Турция, да, ее союзник, который тоже лоббирует интересы Баку. И США вынуждены с Турцией поддерживать ровные отношения, потому что и партнеры по НАТО, и известна важная роль Турции в конфликте на Ближнем Востоке, в Сирии той же. Поэтому, конечно, у американцев есть желание поддерживать с Турцией такие взаимовыгодные отношения. Видимо, в этой конфигурации Париж хочет, чтобы США как-то больше, внимания уделяли проблематике Армении. То есть они не только чтобы заботились о Турции с Азербайджаном, и уделяли внимание Армении. Пока, с позиции США я не видел такой ярко однозначно. Они пытаются, мне кажется, балансировать между интересами Армении и интересами Азербайджана. А Франция хочет, чтобы США, видимо, активнее поддерживали Армению. Вот такая, мне кажется, ситуация. Речь, наверное, идет о заключении мирного договора, в котором уже давно ведутся переговоры, и стороны не раз уже высказывали, что уже финал близок, но мы видим, уже наступил апрель месяц, до финала уже так же далеко, как и было год назад. Наверное, об этом речь идет, что мирный договор должен окончательно расставить все точки над «и», и есть эти проблемы в определении статуса так называемых территорий анклавов, о которых мы уже говорили не раз. И, насколько я понимаю, пока не нашли какого-то такого компромиссного решения. Но коли так, значит, остаются такие болевые точки, там еще этот Зангезурский коридор,
тоже в Нахичевань. То есть, ну, какие-то вопросы, которые не решаются и которые пока вот не находят быстрого разрешения, и они, соответственно, тормозят вот заключение мирного договора. А он, естественно, должен поставить финальную точку во всех этих вопросах территориальной целостности и независимости, да. То есть, нужно решить, как быть с этими анклавами, какая будет развязка, пока развязки здесь в этом вопросе нет. Ну, заявления, знаете, они много делают заявлений, но мы видим, что дело с мертвой точки не сдвигается, пока Баку и Ереван вот сами напрямую не сядут, глаза друг друга не посмотрят без задних мыслей, да, без всяких обвинений, ничего не сдвинется, таких заявлений кто бы не делал. Потому что мы видим, что Баку очень так ревностно реагирует, когда ему что-то там начинают указывать. В принципе, это же практика Ювентус, Барселона, Реал. Они по всему миру открывают. Ну, в общем, ну кто это открывает? Ведь армяне будут возглавлять всю эту историю. Значит, ваши люди, я не знаю, кто, конечно, там, как это, ну, как обычно делается. А если будет обмен с Ювентусом настоящий, да, то это очень положительно, потому что будет приезжать на дети, там, юноши и взрослые. Ну, это ведет шире развитие европейского футбола итальянского. Ну, а почему не иметь такой же... Ну, в России же есть, Барселона присутствует, есть уже какие-то, может быть, даже Ювентус. Я не слежу за этим, но это порядок, популяризация футбола. Ну, а раз имя Ювентус, значит, это и цвета клуба, это форма, там, и если есть связь с большим клубом Ювентус, это очень хорошо. Мне кажется, это очень положительное явление. Тем более, что армяне так способны играть хорошо в футбол. Сколько выдающихся игроков вышло с армянской земли. Захарян, Мхитарян. Но Мхитарян 33 года и в основном составе играет полузащитник. Фантастика, откуда сила у него? Ну, практика это, но они понимают, что здесь есть ребята, которые координированы, способны к футболу. Это вот понятно, поэтому они идут сюда. У них тоже есть свой смысл в этом. Черпать вот эти молодые таланты. Это хорошая история. Популяризация – это очень хорошо. Кстати, вы знаете, вот у нас, я тут, армянская община в Петербурге, они меня приглашали, у них свое соревнование есть, они такой турнир, именно армянские команды играют. Там были хорошие ребята, там я выделял, я определял лучшего игрока там финального матча. Ну, сам факт, что они играют, нет, в порядке, но армяне все равно хорошо играют в футбол.